Из полусотни подрядчиков, которые привлекались к капитальному ремонту домов в Красноярске, только 9 выполнили его добросовестно. Именно эти фирмы будут продолжать программу в этом году. Такое заявление сегодня сделал первый вице-мэр Владислав Логинов. В планах администрации откапиталить почти 500 домов до конца декабря. Работы будут стандартные. Ремонт крыши, замена проводки и труб отопления. Впервые в этом году по программе капремонта начнут обновлять лифты и проведут переоснащение газифицированных домов. Что именно отремонтировать, решают сами жители. Проектную документацию уже более-менее откатали. Она стала наиболее качественной, понятной. Мы имели достаточно большое количество плохих, некачественных проектных документов, с которыми нельзя было приступать к многоквартирному дому, когда томские компании, из города Томска именно проектировщики, удаленно пытались, значит, сделать проекты наших домов. Ну, иногда, извините, не совпадала даже этажность.